музыка, звук околдует вдруг. Ты пропал, тебе не помочь. Дилетанс от цепи, ориентал подержи. Посреди табла смотри. Стать блаженство и рай.
дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые гости нашего прекрасного санатория! Мы рады приветствовать вас на юбилейной концертной программе студии восточного танца «Ориентал Султана Студио». 15 лет в ритме Востока. Основателем студии, ее бессменным руководителем, идейным вдохновителем, хореографом-постановщиком в течение этих 15 лет была и остается блистательная, великолепная Султанья Заретдинова! Именно она пробудила у своих воспитанниц любовь к танцу, подарив им свое сердце. Два поколения воспитанниц студии разных лет обучения за все это время неоднократно становились победительницами и призерами многочисленных всероссийских и международных конкурсов. А теперь, дорогие друзья, трепещите! 52 кубка! Более 1700 медалей! Такими наградами был удостоен коллектив студии за эти 15 лет. А это говорит о высоком профессионализме, филигранности исполнения восточных танцев и, конечно же, о собственном уникальном стиле. Ну, дорогие друзья, конечно же, особое восхищение вызывают костюмы коллектива студии восточного танца, олицетворяющие загадочный Восток. Костюмы столь эффектны, что артисты одним только своим появлением на сцене вызывают овации. Так вот, дизайнером всех этих сценических костюмов также является Султанья Заретдинова! А сейчас мы приглашаем вас окунуться в мир загадочного Востока и увидеть все его грани. И вашему вниманию 15 лет в одном кадре. Внимание на экран! Наши воспитанницы пришли в студию восточного танца «Ориентал Султана Студио». А сейчас они стали лучезарными, зажигательными, ну просто настоящими звездами Востока. Восток волшебный и чарующий. Восток манящий и прекрасный. Восток удивительный и непредсказуемый.
Ну что ж, под ваши бурные аплодисменты, Oriental Sultana Studio! Солнце велят,
Для вас танцует воспитанница студии Щербань Арина, мисс Грация Полиданс с танцем табла. Okay, let's do it.
выступит великолепный дуэт Олег Лашук и воспитанница студии танца Павленко Полина. Thank you.
малый минус. Дорогие друзья, спасибо за ваши аплодисменты. Я бы хотела увидеть руководителя нашего сегодняшнего праздника в Сутанье. Сутанье, всей души хочу поздравить вас с этим праздником. 15 лет – это все-таки вот прямо дата для коллектива, для студии. И все мы знаем, что постоянство – это признак мастерства. И очень приятно видеть, что вот эти маленькие девочки, которые приезжали к нам на фестиваль, сейчас уже выросли, но они продолжают танцевать, учиться, радовать зрителей, радовать родителей успехами своими в Сутанье. А вот я сегодня задумалась, все-таки танцы и творчество, оно, наверное, призвано вдохновлять. Поэтому, дорогие друзья, под ваши аплодисменты поздравляю Сутанье с этим праздником. Я настолько вдохновилась вот этой вашей датой, что от меня для вас и для девочек еще один подарок. Сейчас, одну минутку. Сутанье, этот сладкий подарок я сделала сама для вас. Со всей любовью. Надеюсь, вам понравится. Друзья, встречаем для вас танец «Мираж пустыни» от Ирентал Султана Студио. Thank you.
Констанцию Межансе. Dance.
Каждая воспитанница Ориентал Султана студии имеет свой стиль и подачу. Для вас Абдышева Мирослава, королева импровизации, Шамадан.
Дорогая Златания, от имени всего нашего коллектива мы поздравляем тебя с таким прекрасным праздником, с таким юбилеем. 15 лет. Самая красивая женщина в городе Саки, в Крыму. Это наша Златания. Праздником от души. До свидания. Я считаю, добрый побед. Всего, что ты сама желаешь себе и своему коллективу. Приятно. А для вас танец «Оазис Шоу». Встречаем, друзья! Для наших очаровашек с 15-летием студии «Ориентал» сделать подарок. Да, на самом деле мы долго думали и, наконец, придумали. Мы хотим пожелать вам неиссякаемой энергии, крепчайшего здоровья, и чтобы вы всегда оставались такими успешными, красивыми и непревзойденными.
Конечно, только так. Ну и, конечно же, никогда не останавливаться на достигнутых высотах. Эта композиция для вас. Ну что ж, дорогие пироговцы, давайте пошумим. И, конечно же, кто знает слова, попивает вместе с нами. Та-да-да-да-да. Давайте взорвем зал. Что? Вот давайте, вот все вместе пожелаем,
Что будем желать на 15-летие нашему прекрасному коллективу? Что будем желать? Процветание! Здоровья! Успеха в работе! Успеха в работе, конечно, это немаловажно! Удачи! И хороших достижений! Конечно! Ну а теперь мы готовы? Готовы! Но прежде чем, давайте позовем и поддержим самыми бурными аплодисментами, друзья. Встречаем! Ну что ж, дорогие друзья, не скупимся на аплодисменты. Ориентал Султана Студио! Если я начну продолжать, этот концерт не закончится никогда, потому что описать словами эту прекрасную девушку невозможно. Это самая настоящая восточная красавица, а также руководитель восточной школы танцев Ориентал Султана Студио, несравненная Султания Зарифдинова! Встречайте!
настоящая восточная красавица, единственная и неповторимая, Султания Зарядинова! Встречаем только сегодня и только сейчас. Ориентал Султана Студио Шоу! Видели, прошел видеофильм, где мы увидели малышей и не только.
год я хочу сейчас представить вам девочек, девушек, прекрасных наших женщин, те, которые ранее занимались в Oriental Sultana Studio. И я думаю, что ваши аплодисменты будут самым лучшим для них подарком. Но, как полагается, лучшему гостеприимству, сначала я бы хотела пригласить на эту сцену великолепных танцоров. Адамас, встречайте, пожалуйста. Руководитель Алла Минус, скромная организатор фестивалей и конкурсов нашего полуострова. Аллочка, я благодарю вас и ваш коллектив, что вы сегодня посетили нас и поздравили. Огромная вам благодарность. Мы вас любим, ценим. И всегда ждем в гости. Конечно же, студия танца и фитнеса Маргушки. Прошу. Студия фитнеса и танца. Маргарита, я благодарю вас и ваш коллектив, скромный коллектив, за то, что вы также были у нас в гостях. Вы наши одни из самых любимых танцоров. Зумба. Я вам желаю процветания, успехов и дальнейших совместных проектов. А это не скромная наша девочка, скромная, которая не вышла. Благодарю вас. Уважаемые гости, а сейчас я бы хотела пригласить сюда моих любимых учеников, которые на протяжении более 15 лет работали со мной на одной сцене, и так же, как эти малышки, выросли со мной. Итак, прошу. Я приглашаю на эту сцену Рузыеву Лимару, Аракаеву Аба. Бери свою малышку, идем к нам. Видите, у них уже есть свои красивые восточные принцессы. Мои прекрасные. Я приглашаю на эту сцену Ануфриенко Фериде. Кушниренко Надежда. Я знаю, вы в зале, вы приехали к нам очень-очень издалека. Она не выходит, потому что нет аплодисментов, скорее всего. Вот, теперь побежала. Видите, сила аплодисментов. Мы их отпускаем со сцены. Они хотят
следующим этапом нашего развития творческой жизни «Ориентал Султана Студио» было уже взрослое поколение. Они не были у нас детьми, но некоторые ходили со своими малышками. Я приглашаю на эту сцену Бравко Милану. Витураеву Зарину. На Моника. Есть сегодня в зале такая красотка? Была ли ты на Моника? Усатова Юлия. Некоторые, наверное, очень далеко живут и не присутствуют, не смогли сегодня. Но я думаю, что прекрасная Картакаева Самира есть сегодня на сцене. Моя маленькая девочка с длинными волосами, которая когда танцевала, они волочились по полу. И она всегда бедненькая, размахивала ее со всей силой. Подбурные аплодисменты. Подбурные аплодисменты. Танцевал на конкурсных программах и на концертных площадках. Шацкая Татьяна. Есть сегодня в зале моя Шацкая Татьяна. Лучший психолог города Саки, а то и Крыма. Таня, скажите честно. Хотелось выйти с девочками танцевать, быть с ними очень. Значит, надо вернуться, правильно? Значит, надо вернуться. Куликова Светлана. Есть Светлана в зале? Кудинова Светлана. Василюк Мария. Очень скромный. Мне кажется, я ему присваиваю такие качества, как скромность, да? Замечательно. Воробьева Алена. Самая скромная девушка в восточном танце. А танцующий пройтись, а танцующий. Вот. Танцевальном отпуске. Я цела Юлия. Она уже на лестнице танцует. Молодец, умница. Лариса.
Мой белый ангел. Этот коллектив долгое время присутствовал на всех конкурсных площадках, на концертах. И я думаю, что бурные аплодисменты – это как бальзам на душу. Пригласить на эту сцену моих великолепных сеньорит. Моих девочек. Сеньориты, выходите. Вот они, мои прекрасные сеньориты. Макарчук Светлана. Костенко Марина. Очень-очень скромно за кулисами и говорит: я не пойду, я не сеньорита. Сеньорита! Загаева Елена. Китанская Ирина. Сейчас немножко волнуюсь. Милая. Родная, любимая. Ой. Желаю тебе еще долгие годы. Сохранить твою уверенность в себе, уверенность в нас, потому что только ты нас вот здесь на этой сцене поддерживаешь, вдохновляешь. Вот. Желаю тебе на долгие годы вдохновения. И я надеюсь, что все девочки, которые вот там вот сейчас сидят, это я к вам, да. И через 5 лет, как минимум, мы выйдем на эту сцену не вдвоем, а большим дружным коллективом, как это было в прошлые разы. 10-12 человек. Действительно это было. Дай Бог, чтобы никакие больше катаклизмы не помешали нашему дружному коллективу воссоединиться. Не уходите со сцены, не уходите. Также приглашаю на эту сцену моих бусинок, так я их любя называю. Мои прекрасные Ориентал Султана Студио, которые сегодня делали всю концертную юбилейную программу. Прошу, ваши аплодисменты. Прекрасных дочерей. Я думаю, что вы не против, что я ваша общая мамочка буду, которая любит, ценит, ругает, когда нужно. И когда нужно, она, конечно, приласкает. И я хочу выразить ему огромную благодарность Авдашевой Мирославе. Ученой Анне. Павленко Полине. Черпань Арине, Наумкиной Ангелине. Следующими выйдут ко мне сестрички, которые вместе так прекрасны. Береза Виктория и Береза Маргарита. Прекрасные, очаровательные, восточные. Эюпова София и Эюпова Самира. Артемьева Диана и Артемьева Камила. Я желаю вам, девочки, дальнейшего процветания, чтобы вы росли, цвели и пахли. Но хочу сказать, что если нет поддержки близких, никакое творчество расцветать не будет.
И сейчас я хочу пригласить на эту сцену моих прекрасных мамочек, моих девочек. Прошу вас, где вы спрятались? Идемте, идемте. Ваших детей, в развитие творческого потенциала. Любим вас, прекрасные, и будьте всегда такими милыми, прекрасными мамами, которые поддерживают таких прекрасных девочек. Ценим ваш труд. Много-много достойных, красивых, творческих и запоминающихся личностей. Вдохновляйте нас дальше. Обязанности начальника санатория Шарапову Елену Робертовну, а также заместителя Панкеру Черкесова Сергея Борисовича. Уважаемая Сантомия, мы сидели сегодня на вечере, и с Сергеем Борисовичем все время о чем-то говорили. Говорили, и Сергей Борисович сейчас ответит на один вопрос. Восток, Сергей Борисович? Дело тонкое. Я попрошу вас, Сергей Борисович, выйти немножко вперед. Я весь вечер делала вот так. Сергей Борисович, а вы как? Что я хочу сказать? Эмоции – это всегда самое главное для человека. И сегодня те эмоции, Сантомия, которые подарили вы нам, это дорогого стоит. Увидим на экране прекрасные кадры ваших воспитанниц. Я хочу сказать, что история делает сегодняшний день и будущий день. И без этого жить невозможно. И я горжусь, как руководитель, большой привет от Игоря Александровича, от начальника санатория, он сейчас находится в дороге, находится в командировке. Я хочу сказать, что мы гордимся тем, что мы можем в лучшей здравнице страны, в Сакском военном клиническом санатории имени Николая Ивановича Пирогова, Министерства обороны, видеть такие прекрасные чудеса. Видеть прекрасный коллектив, видеть связь поколений, для нас это важно. Уважаемые родители, уважаемые коллеги, уважаемые гости нашего санатория, я хочу сказать, что Сантомия Фивзиевна не только руководитель этого прекрасного коллектива, а сейчас послушайте все ее заслуги. Она руководитель клуба,
Она председатель профсоюзной организации Исаакского военного клинического санатория. Я прошу вас поаплодировать. Я хочу сказать, что когда поднимаешься до таких вершин и становишься руководителем, в данный момент я исполняющий обязанности, ты всегда ценишь в сотрудниках их такой огромный талант, когда человек может выполнить много задач. То есть много задач в нашей жизни, на самом деле, это реальная картина. И Султания Фивзиевна именно к таким людям относится. Мы гордимся такими людьми и ценим таких людей в нашем коллективе. Для нас каждый сотрудник дорог, а Султания в стране, в войне и так далее и тому подобное. Дорогая Султания Фивзиевна, я от всей души хочу вам вручить благодарность за красоту, энтузиазм, профессионализм, преданность своему делу и многолетний творческий вклад в развитие нашего санатория и вообще в развитие нашей страны. И хочу, чтобы эту статуэтку, Сергей Борисович, покажите ее всем, вот эту девушку с крылышками, чтобы она вас окрыляла всю жизнь. И что не только 15 лет вы отметили на этой сцене. Пусть вот самые животные, как говорят, мамонты живут миллион лет. И пусть эта студия существует миллион лет. Разрешите вам вручить? И, конечно же, для вас, Сергей Валерьевич, не стесняйтесь, вручайте. Не надо, давайте держать. Анатолий. Для вас это букет Султании. И пусть этот букет роз многогранности этих лепестков всегда присутствует в вашей жизни. И пусть ваш коллектив будет многогранен и неиссякаемой вам энергии, любви и всего самого наилучшего. Ну что, молодцы! Ну что, дорогие гости, дорогие друзья, давайте еще раз взорвем наш зал бурными овациями и аплодисментами и поздравим этих замечательных восточных красавиц прекрасной датой 15 лет в Ритме Востока! Давайте пожелаем этого прекрасного коллектива от всей души и искренне долгих лет жизни, просветлого!